Чем лучше погода, тем длиннее рабочий день в поле с 6 утра до 10 вечера. Механизатор со стажем Валерий Николаев готов трудиться и целую смену, лишь бы погода была. На этом комбайне я работаю уже 5-й год. Он почти новый, поэтому в день получается наполнить до 10 бункеров. Главное, чтобы погода стояла сухая и с транспортом не было задержки. А вот проблемы с транспортом в хозяйстве есть. Выход урожая с гектара высокий, техника просто не успевает вывозить урожай с полей. Автотранспорт наш в Лигерце. У нас работают 12 комбайнов и 10 грузовых автомобилей. 7 своих грузовиков привлекли, 3 частных, еще 3 из Пензы. Но этого все равно недостаточно. Урожай в этом году хороший. Местами выходит и по 50 центнеров с гектара. Сейчас в хозяйстве убирают озимую пшеницу на семена. По прогнозам агрономов, жатва может продлиться еще на месяц. Ольга Морская, новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».